Привет, мои хорошие, с вами Сирена Свей, и сегодня мы с вами будем рисовать пряди мелками. Я открыла для себя такой вот мелки. Эти мелочки цвета специально для блондинок. Они у меня же немножечко, я уже их пробовала. Мы будем использовать с вами розовый цвет, как вы догадались, я все в розовом. Розовый цвет, я сделаю несколько прядок и покажу вам. Я уже до этого красила. Сейчас я попробую, я смачивала до этого водичкой, прежде чем красить. Сейчас я попробую использовать несмываемый кондиционер на прядку, потому что тогда были немножко волосы жестковатые. Мне не понравилось, как знаете, если помыть голову и бальзамом не сполоснуть, вот эти прядки такие оставались. Значит, нам понадобится водичка. Или спрей вот такой, но пока спреем не пользуйтесь, я первый раз сейчас буду пользоваться. Значит, вода, перчатка, мелок, расческа. Не удивляйтесь, я сама сегодня удивилась, что она у меня не розовая. И фен. В прошлый раз я делала, но даже, не помню, не смыли. Чуть-чуть, видите, резинка легкая-легкая. Хотя я прям мыла как следует. Именно со второго раза только смыла, сразу предупреждаю. Чтобы вы не делали себе полностью все волосы. Убираю. Сразу закалываю здесь. Чтобы они не мешали. Сбрызгиваем. Если плохо рисуется, то дело все в том, что мало воды. И воды тем лучше мелок рисует. Для удобства можете свернуть. Не обязательно начинать с самого верха. Главное, кончики, на мой взгляд. Вот я взяла водичку, потому что водичка лучше. Просто ее лучше в перемешку с кондиционером. Вот, сразу видно. Сверху вниз лучше. Вот так вот. Аккуратно положили. Вторую перчатку надо. Одела вторую перчатку. Теперь я беру. Это убираю все. Сейчас. Аккуратно прядь розовая красится. И беру здесь прядку. Прям внизу хочется. Вот он мне внизу нравится. Перепускаю эти прядки. Теперь фен. Вот я высушила. Да, с кондиционерчиком они намного мягче. И распускаем. Мне очень нравится, когда эти прядки заплетены в хвост. Мне сбоку очень интересно смотрится. Thank you.
Вот такие прекрасные у нас получились розовые локоны. Мне очень нравятся. Подходят любому возрасту, мне кажется. Главное подобрать цвета. Итак, если мое видео было вам интересным и полезным, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Все самое интересное впереди. С вами была Селена Свей. Пока-пока!